Впереди у выпускников школ еще целый учебный год, чтобы определиться с будущей специальностью. Но уже сейчас Новоуренгойский многопрофильный колледж приглашает 9 и 11 классников в гости. Посмотреть на занятия студентов, попробовать себя в роли сварщика, автомеханика и медработника. Несколько раз в год в учебном учреждении проводят дни профессионального мастерства. Педагоги считают, чем раньше подростки узнают о перспективах, которые открывает им колледж, тем проще им будет выбрать дело всей своей жизни. Присутствуют три разные вида сварки. Это электродуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. И его преимущество в том, что на нем можно, как на настоящих аппаратах, регулировать вольтаж, ампераж. О плюсах и минусах учебы в колледже школьникам рассказывает студент Никита Ходаковский. Молодой человек учится на сварщика. И сегодня, в день профессионального мастерства, он знакомит девятиклассников с оборудованием. Это всего лишь тренажер, который имитирует сварочный аппарат. Но освоив на нем азы, очень легко перейти к реальной сварке деталей. Плюсы данного аппарата в том, что нет вредных производственных факторов, таких как задымление, запыление. Ребят знакомят со всеми мастерскими колледжа. Здесь собственными глазами можно увидеть оборудование и даже попробовать себя в роли строителя, медработника. В кабинете автомехаников учат безопасному управлению автомобилем. Навыки получают на автотренажере контраварийного вождения УАЗ и КАМАЗ. Поступать буду сюда на Нурумка, на профессию автомеханик. Ну, само нравится машины. Сегодня научился малым азам вождения. На третьем курсе, после того, как уже они станут профессиональными водителями, пройдут уже по городу курс обучения вождения. То есть им здесь проходят они обучение по контраварийному вождению, безопасному вождению, в зимних условиях, в экстремальных условиях. То есть мы им преподаем часы, и они получают удостоверение уже по контраварийному вождению, безопасному вождению. Во время работы этой станции мы можем здесь проводить много опытов. То есть, например, измерить усилия, с которым работает наша кинематическая схема. А в этой мастерской нужны знания по механике, информатике и управлению машинами с помощью компьютерных технологий. В этом кабинете можно проводить обучение киповцев. Здесь можно проводить обучение электриков, гидравликов, затем мастер ЖКХ. Вот на дальних стендах, это все стенды можно использовать по мехатронике, то есть то, что касается автомобилей, грузовые, легковые автомобили, собрать любую кинематику, схему, то есть силовой агрегат можно смодулировать на этом стенде. Получить среднее профессиональное образование на Ямале можно в 13 организациях. Их студентами являются больше 10 тысяч северян. Чаще всего ямальцы выбирают инженерное и техническое дело. На втором месте – юриспруденция, на третьем – медицинские специальности. Во многом выбрать свою профессию помогает ранняя профориентация. Это помогает школьникам сориентироваться, больше понять и узнать о той профессии, на которую они могут отучиться. Проводятся такие дни довольно регулярно, в год примерно раз 6-7. Выбор у выпускников большой. Сегодня в России 37 областей профессиональной деятельности. Это около 1700 профессий. Алена Ядня, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».